благословляю вас, чтобы у вас была всегда дорога, путь открыта, изобилие вашему духу, вот, и чтобы у вас всегда сладкая жизнь была. Спасибо. Проходите, спасибо. Пожалуйста, добро пожаловать. Проходите. Давайте и вам тоже. Перед массажем мне предложили немного погреться в сауне, на улице холодно. Что? Чай у нас очень вкусный, с чабрецом. Привозят с Дагестана, всех с горных Алтаев. Потому что мы часто путешествуем. Это очень важно. Так. Конечно, сервис на очень высоком уровне. Сейчас, подождите. Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Ainura. Сегодня прекраснейший день. Мы будем Тимуру делать массаж. Массаж шейно-воротниковой зоны. Массаж головы. Это будет аюрведический массаж. Вы можете это дома делать близким, друзьям, детям. Давайте ознакомлю нашим маслами. Это очень хорошие эфирные масла. Буду тремя маслами работать. Перечная мята, лимон, лимонграсс. Угу. И также посмотрим, вот я уже чувствую по телу Тимура, очень хорошо пойдет герань. Также лимонное масло и оливковое. Так, начали. Для мужчин очень подходит перечная мята. Так, это сюда, на его правый канал, потому что он любит действовать. Это солнечный канал. Так, и лимон, когда особенно света не хватает зимою, на левый канал. Это дает успокоение, релакс полностью. Так, и все-таки я решила лаванду. Лаванда, он успокаивает нервную центральную систему. Вот так. Отлично. Так. Тимур, наверное, заснет. Мы будем делать массаж по чакрам, дорогие друзья, потому что у нас есть физическое, тонкое, психосоматическое тело. Начнем с шейно-воротниковой. Он мужчина, с правой стороны начнем. Все мои действия благоприятны, все мои действия благополучны, во благо всем живым существам. Я есть во благо всем живым существам. Я полностью отдаюсь на милость. Я полностью отдаюсь на милость своему духу. Все мои действия во благо. Я есть солнце. Радость, успех, благополучие, отдача на милость. Я дарю людям счастье, тепло, прощение, изобилие. Очень важно пальцы. Пальцы тоже имеют проекции. Все мои действия благоприятны, все мои действия благополучны. Я есть сладкие речи, ораторские способности, божественная коллективность, дипломатия. Я есть король, королевское достоинство, идеальный король, идеальный правитель. Я есть прощение, свидетель, сладкие речи, прощение. Я есть прощение, я прощаю всем все. Я всегда везде под защитой, я везде, повсюду под защитой. Я везде под защитой спереди, сзади, справа, слева, сверху, снизу. Это грудь очень важна. Грудная клетка. У нас вообще три сердца. Левое сердце, которое стучит. Центральное сердце, которое отвечает за бесстрашие. Правое сердце отвечает за отцовство, за королевское достоинство. Плечи очень важны. Я ни к чему не привязан.
Я есть свободный дух. Я не привязан ни к этому городу, ни к себе, ни к этому телу. Я есть свободный дух. Я есть чистый канал всего проникающей любви. Все мои действия благоприятны. Все мои действия благополучны. Во благо всем. Отлично. Закончили правый канал мужской. Теперь перейдем на левый канал. Это важно. Левый канал, он отвечает за эмоции. За эмоции. За прощение себя. Давайте шею начнем, да? Я прощаю себя. Я прощаю себя. Я за все себя прощаю. Я ни в чем не виноват. Я ни в чем. Я прощаю себя. Я прощаю себя. Пусть весь поверхностный блеск уйдет. Вся иллюзия померкнет. Пусть я буду только в настоящем. Только в настоящем. Левая сторона у нас очень важна. Немножко подышим. Вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Еще раз вдох, задержали. И выдох. Хорошо. Добавим левому каналу герань. Это цветочное масло. Важно для эмоционального состояния. Я есть лунный свет, лунный луч. Я есть лунный свет, лунный луч. Я дарю ночи свет всем живым существам. И все живые существа возвращаются в свои божественные дома. Я есть лунный свет, лунный луч. Я есть красота, любовь, баланс. Внутренняя тишина. Отлично. Теперь палец. Давайте на палец добавим сейчас еще раз геранью. Палец у нас отвечает также за дипломатию, за сладкие речи, ораторские способности. Левая рука как раз она есть. Давайте с сердечного чакры начнем. Сердечного. Я есть любовь. Я есть любовь. Мое сердце полностью открыто этому миру. Я умею смотреть на себя через космос, на планету Мать-Земля. Я есть любовь, вся проникающая любовь. Я дарю эту любовь всем живым существам. Я есть космическая энергия божественной любви. Я есть любовь, любовь, любовь. Я прощаю всем все. Я прощающий дух. Я прощаю все свои мысли полностью. Я есть идеальный отец, идеальный муж во всех жизнях. Щедрость, удовлетворенность, благоразумие. Семейное благополучие. Я уважаю себя, люблю. Также всем отношусь. Я есть сладкие речи, ораторские способности, божественная коллективность, дипломатия. Чистые знания, чистые знания. Чистое знание, чистое творчество, чистое творчество. Я есть любовь, любовь, любовь. Очень важно, чтобы открытые руки держали, потому что могут идти вибрации.
Давайте подойдем теперь к центральному сердцу. К центральному сердцу подойдет этот лимон. Все-таки зимой не хватает иногда солнца. Угу. Вот так. Центральное сердце вообще отвечает за бесстрашие. Помните, когда Кинг-Конг вот так говорит: «Я тут хозяин». То есть мы должны быть хозяином своей судьбы. И когда дух бесстрашен, говорит: «Все у меня получится», идет тонкое тело, потом только физическое тело, и все происходит так, как надо. Давайте. Я не это тело, не эти мысли, не это эго. У меня нет ни начала, ни конца, ни рождения, ни смерти у меня нет. Я есть вечный дух, вечное сознание и сострадание. Я есть любовь, вечный дух. В тонком теле вот левая сторона — это сердечная чакра, это любовь. Как важно в нашей жизни любить, принимать себя, благодарить. Я есть любовь, любовь. Мое сердце полностью открыто этому миру. Я дарю всем любовь, счастье. Я есть бесконечная любовь, космическая энергия. Шейно-воротниковой зоны. Как важно. Эта зона. Шея – это наша дипломатия, коллективность, свидетель своей жизни, свидетель. О, хорошо. Можно голову назад. Давайте на шейную воротниковую добавим герань. Можете немножечко так, да. Шея отвечает за коллективность, космическая энергия Вератты, наша коллективность, все то, что мы думаем, говорим, людям, себе, оно идет в космос. И земное время это не просчитано, только космическая энергия быстро сбывается. Все говорят, мысли и слова материализуются. Очень важно. Я есть свидетель своей жизни. Я есть свидетель. Радость, вечная молодость, успех, благополучие. Сладкий речь. Хорошо. Вниз. Немножечко голову вниз. Хорошо. Бок. Хорошо. Влево. Хорошо. Отлично. Теперь начнем массаж головы, да? Обязательно нужно укрывать, потому что был массаж. Всегда заботимся. С
Все-таки, я думаю, оливковое масло будет благоприятно. Так. Давайте прямо на сахасрару. Хорошо. Это руками. Эфирное масло. Я думаю, будет лаванда очень благоприятно. Прямо сюда, на темечко головы. Когда идет информационный, очень большие, много информации, сейчас 21 век, голова всегда забита мыслями. И очень важно их всех отпускать. Еще немножечко. Еще. Я благодарю, благодарю, благодарю за созерцание этого мира. Благодарю, благодарю за красоту, прощение. За сладкие речи, за коллективность, за радость, за созерцание этого мира, что я созерцаю этот мир полностью. Я свидетель, свидетель. Начнем с головы. Теперь, вот тут есть брахмарандра. Вы можете это выполнять всем. Этот массаж благоприятен всем. Дома, с детьми. Он отвечает за центральную нервную систему. Очень важен, когда человек попадает в летаргию. Вот тут помассируете. Либо слишком гиперактивный, и центральная нервная система выпрямляется. Начали. Голову немножко вниз. Я есть чистота, невинность, целомудренность. Расслабьтесь. Я есть чистота, невинность, целомудренность. Чистый ребенок. А также пусть все мои условности рассыпятся, как песок. Все мои условности рассыпятся, как песок. Чистота, невинность, целомудренность. Вот тут очень важно ямки. Две ямочки. Отсюда идет наше паховое тело и вверх. Я есть чистые знания, чистое творчество. Это пробуждает творчество. Радость. Я есть чистые знания, чистое творчество. Чистые знания, чистое творчество. Чистое творчество. Отлично. Тут проекция живота. Вот туда, отсюда, если посмотреть. Если вы точно знаете, вот этот центральный палец. Если отсюда, то центральный палец. Вот отсюда. Я есть изобилие. Питание. Центр земли.
я есть баланс, радость, успех, благополучие. Я дарю это всем живым существам. Я есть баланс, питание, богатство, изобилие. Это проекция живота была, теперь проекция сердца. Проекция сердца – это вот этот палец. Я есть вечный дух, любовь, сострадание, бесстрашный дух. Страшный дух, спокойствие, доверие своему духу, вечность сознания, проекция шеи, этот палец. Также наша дипломатия всегда впереди, сегодня очень много говорим, значит, это очень важно. Мы хотим всегда передать самое важное именно сейчас. Я есть сладкий речь, ораторские способности, божественная коллективность, дипломатия, вечная молодость, радость, успех. Я свидетель всего происходящего. Я есть свидетель всего происходящего. А также я есть вечная молодость. Я есть космическая энергия Виратты. Теперь прощение. Как важно в нашем жизни прощать этот палец. Я прощаю всем все. Я прощающий дух. Я прощаю все свои мысли полностью. Я прощаю себя. Я прощающий дух. Я прощаю все свое прошлое, будущее. Я всем все прощаю. 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 Последняя, седьмая чакра – это сахасрара. Это связь с космосом. Сейчас это так необходимо. Мать Кундалини, божественная энергия, пожалуйста, дайте мне полную самореализацию. Для чего я пришла на эту землю? Для чего я пришел на эту землю? Дайте мне, пожалуйста, мою полную самореализацию. Для чего я пришел? Пусть я полностью реализую себя на этой земле. Пусть мой дух реализуется. Прохладный ветерочек, это очень важно. Если прохладный ветерочек, вы в балансе. Если горячий ветерочек, значит, у вас есть жар в тонком теле. И то, и другое хорошо. И в конце тут зажимает наше эго и суперэго. Наше суперэго говорит наши мысли. Эго говорит за наше действие. Оно сплетается и закрывает вот эту чакру прощения. И вот поэтому мы говорим. Я не это тело, не это эго, не эти мысли. Не эти действия. Не это тело. Я есть вечный дух, вечное сознание, вечный дух. Сильно можно вот так не делать, кому-то будет приятно, кому-то нет. Очень важно ваше сердце и ваше внимание без мысли. Если человек спокоен по характеру, то делаем спокойно. Я благодарю. Я благодарю. Я благодарю. Благодарю. Благодарю.
благодарю эту миссию в этом форме, в этом теле. Благодарю. Благодарю вас всех. А теперь в конце очень важно. Тимур глаза закрывает. Держите внимание в своем сердце. Я есть любовь, 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 изобилие. Я есть любовь. Сейчас, секундочку. Я есть красота, изобилие, любовь. Изобилие. Любовь, 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 любовь. Такого мне точно не делали. Какой-то персидский султан или кто? Вы король. Вы этого достойны, потому что каждый человек в духе король. И каждая достойна этого. Ну, первый раз было это у Тимура. Любовь, изобилие. Любовь, изобилие. Отлично. Начали. Глазки закрыли. Правая рука на левый пах. Это очень важно, дорогие друзья. Это медитация, баланс. Правая сторона отцовская энергия, будем прощать отца. Левая сторона материнская энергия, луна и солнце. А центральная – это ваш дух, это ваш путь. Теперь мы сейчас делаем очень важную медитацию. Хорошо, левая рука открыта, левая, правая рука на пах. Я буду говорить слова, вы можете изнутри повторять, либо снаружи, как вам будет благоприятно. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистые знания. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистые знания. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистое творчество. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистое творчество. Теперь руку перенесли на левое подреберье. Тут находится аспект «сам себе гуру, сам себе учитель». Мать, дайте мне, пожалуйста, тот аспект. Мать, дайте мне, пожалуйста, тот аспект. Чтобы я стал сам себе гуру, сам себе учителем. Чтобы я стал сам себе гуру, сам себе учителем. Хозяином своей судьбы. Хозяином своей судьбы. Хорошо. Отлично. И потом руку на сердце. Попросим материнской энергии благословения. Мать, дайте мне, пожалуйста, почувствовать свой дух. Мать, дайте мне, пожалуйста, почувствовать свой дух. Мать, дайте мне, пожалуйста, ваше благословение. Мать, дайте мне, пожалуйста, ваше благословение. Чувствуйте свой дух, спокойствие. Пусть я буду бесстрашным. Пусть я буду бесстрашным. Хорошо. Рука на левую шею, на левую шею, на левую. Ага. Голову немножко направо повернули. Угу. 7 раз скажем. Я ни в чем не виноват. 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 Отлично. И также утвердительно скажем 7 раз. Я прощаю себя. 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 Поддержим внимание, потому что мы многие чувствуем чувство вины. Именно сейчас, в такое время, убрать нужно чувство вины. Это очень хорошо. Рука на задний затылок, голову вверх. Да, отлично. Угу. Попросим космической энергии.
вся проникающая любовь. Простите меня, пожалуйста, за все мои ошибки, осознанные и неосознанные. Простите меня, пожалуйста, за все мои ошибки, осознанные и неосознанные. Вся проникающая любовь. Вся проникающая любовь. Хорошо. Потом руку на лоб, голову немного вниз. И теперь никого не вспоминаю. Говорим, я прощаю всем все. Я прощаю всем все. Если кто-то пришел в ваш ум, простите этого человека и забудьте. Я прощающий дух. Я прощающий дух. Я прощаю все свои мысли полностью. Руку на темечко головы, на родничок. Угу. Руки растопырили прямо пальцы. Ага. И вы нашли свой родничок, и теперь массируем скальп, прям, чтобы голова двигалась. Ну да, вот так. Да, спокойно, по часовой стрелке. И попросим полную самореализацию. Вся проникающая любовь, материнская энергия, пожалуйста, дайте мне полную самореализацию, для чего я пришел на эту землю. Вся проникающая любовь, материнская энергия, дайте, пожалуйста, мне полную самореализацию, для чего я пришел на эту землю. Пусть мой дух реализуется. Пусть мой дух реализуется. Подняли, глазки закрыты, 10-15 сантиметров над головой примерно. Вы можете почувствовать прохладу, либо горячо, либо бриз на пальцах, на руках. Прохладу, облачко. Тимур, вы чувствуете что-нибудь? Пока ничего не чувствую. Ничего. Хорошо. Наверное, чуть прохлада пошла. Отлично. Это ваша полная самореализация, когда идет прохлада. У нас тут нет ни кондиционера, это ваша энергия, это ваш дух. Он просветляется, освещается. Хорошо. Запомнили это состояние. Руку отпустили, глазки закрыты, ладони вверх на колени. Просто отпустили на колени руки. Теперь открытые руки. Левой рукой теперь массируем сахасрару, также темечко головы. Это очень важно, это ваш эмоциональный канал, левый канал. И попросим, мать, дайте мне, пожалуйста, мое внутреннее спокойствие. Мать, дайте мне, пожалуйста, мое внутреннее спокойствие. Мой внутренний баланс. Мой внутренний баланс. Бесконечное счастье. Бесконечное счастье. Хорошо. Руку приподняли. Глазки закрыты. Тут может идти жар, покалывание на. Тут покалывание идет. Да. На подушке. Да. А это когда покалывание идет, это ваша эмоциональная сторона лунный канал очищается. Заметьте, наши эмоции, наша энергия очищается полностью. Страхи, сомнения все уходят. И это еще прощение рода. Отлично. Руку отпустили, глазки закрыты, ладони вверх. Внимание просто на темечко головы подержали. Медитируем столько, сколько надо. Столько, сколько надо. Вот все переживания, все уйдет вверх в космос. Намасте, дорогие друзья. Джей Шиматаджи. Будьте в балансе, в радости духа. Ваша Ainura.